нас подъем, делаем клин на плечи, локти вперед. Старайтесь, чтобы у вас плечо сидело в голове на пол. Можете даже чуть-чуть голову отнести назад, чтобы шею не давило. И вам сейчас нужно будет сделать такую связку. 5 приседаний. Спокойненько. Помните, ниже уровня колена садимся и встаем. И потом 5 шагов с плечной головой. Ну и после этого, соответственно, что мы делаем? Мы, конечно же, совмещаем. И это движение будет называться траста. Вот он у меня записан здесь. Траста. Это одновременный риск и затем разгибание колена тазовых локтей. И вниз. Ага. Супер. Погнали, посмотрим. Если что, поправлю технику. Помните, опираемся вдоль пяточки. Штангу наверх толкаем ногами. 5 фронтальных приседаний. Носочки чуть развернуть. Чуть повыше локти поднимать. Чем выше, тем лучше. И старайтесь их не опускать, как будто бы у вас штанга лежит. На плечах, если вы руки уберете, она останется лежать. Старайтесь, чтобы штанга лежала на плечах, иначе руки очень быстро устанут. Шикардос, только пальцы вместе все. Закрытая цепочка должна быть. Огонь.